все сляжу свою тоже. Туда. Так, где? Тарасю-то не дали. Быстрее бери ведерко. Сейчас отправишься. Салатная. Вот туда. Значит, сколько у вас идет с ведрами? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14 ведерок и фляга. Так, еще старших девочек. Еще не пришли. Ага. Еще не все. Ну, их... а что там ходит-то? Быстрее берите ведра. 14, это 15, 16. Еще Ваня большой. Ваня большого нету еще. А где он? Ну, я откуда знаю. Должно быть 18 детей. В туалете, говорят. Ну, ждать, значит, одного человека будем. Где он? Еще Ливии. Ливии нету. Вани нету большого. А он и Ливии идет. Так. Бегом. Вани большого нету. Самые большие застряли где-то. Ведро берите. Ведерки берите в руки. Ведро. Где Ваня-то? Без понятия. Ваня, давай быстрее. Шевелись. Бери ведро и быстрее становись. Ну что, без ведра пошел. Бегу. Быстрее. Ну-ка, станьте, я посчитаю, сколько. Так, кружком. Далеко не отходить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать. Все сходится сюда. Я вам инструкцию даю. Знаете, что такое инструкция? Да, да. Это правило. Инструкция везде дается. Вы неправильно пользуетесь ведерками. Вот смотри как. Вот только дал ведерко и стоит... Наворачивает, бах, ударил, ведерко лопнуло. У нас было это, притом не раз. Забирай ведерко твое. Сообщаем родителям, чтобы новое ведро купили, а вместо одного два. Я обязательно добьюсь, чтобы вернули. Значит, взял в руку, держи ровно. Начинает подставлять задницу. Не пойму, то ли не сходил в туалет. Нигде, только впереди ровно держать. Кепку назад сделай. Вот так вот. Кепку это вам инструкция. Ваня, кепку назад. Если японскому ребенку дали инструкцию, он не будет никуда отворачиваться. Он будет именно вот так и держаться. Вот оно, ведро лопнуто. Оно не само по себе лопнуло. Посмотри, какое. Это его грохнули. Посмотрите, сколько эмалированных кружек. Ни отбитой эмали почти нету. Это били, били и били. А люди стекло это выплавляют. Так тяжело, такая температура. Чтобы эмаль сделать, сколько надо... Труда положить. А ты не мог готовое донести. Берите себе по силам. Значит, поняли дорогой? Не колотиться. Если ты несешь, рядом идешь ведро в этой стороне, а ты возьми в той стороне. Возьми. Чтобы нам ведрами не стукнуться. Мы идем рядом. Не махать. Ровно ты шагаешь, а эту руку держи так ровно. Я еще сказал, повторите. Ведро держать, в какой руке это ты сам реши. Но чтобы два ведра не соприкасались. Не соприкасались. И за этим надо смотреть. А если нарушит? Нарушит, значит, пешком бежать в озеро и принести ведро воды технической. Пока не научится ходить. Еще ведро. Вань, Пашина. Так, сразу, пока здесь стоят. Вчера на костре были. Какие замечания, нарушения? Ну, особых нет. Ничего. Ну, нормально, по-моему. Да, да, нормально. Ведь уже лучше. Второй костер у нас уже делал лучше. Деревенские там баловались. Я даже вчера разыгрался Тарасей. Прямо этих деревенских зажал один, троих. И они еще не могут с ним сделать. Их надо вытащить сначала за ограду, и там можно было. Ну, там сучки везде. Вот сейчас маленько пройдет время, день-два, и мы пойдем, вот здесь вот есть клевер, как идти. И на клевер он как мягкий такой. И тут будете бороться по росту. Ты с ним, ну, то найдет там с Ваней там или... Если нет, только у тебя никакого опыта, ты просто упадешь и лежать будешь. Утром идти за водой, три поклона, как всегда. И там встаньте, и оттуда никто не уходит. Идете вместе, вместе возвращаетесь. Идете вместе и не раздираться. Голову не укутать никакими башлыками. От одного комара умирает. Так, три поклона. Господи, благослови путь. Господи, слава Тебе, как Ты обогатил нас водою. Как многие люди умирают от жажды сегодня в пустыне, не имея капли воды.
А у нас, Господи, такое преизбыточное состояние. Слава Тебе. Благослови принимаемую воду, чтобы она была на пользу, не была отравлена, испорчена. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Игнатий Иванович, вы воду пришли почерпать, черпнули, а там кровь. Тараси и Тимофей кепки даже не сняли. Да, а не забывай, когда молятся, снимать надо. Тут же никакого повреждения нет просто так. Вы слышите, что я говорю? Да. Написано, вся вода превратится в кровь. В колодце воду качает одна кровь. Смотреть страшно. Вот какое было. Это было во времена Моисея. С Богом. Ступайте. Я тут посмотрю, как встретить. Пойди с ними. Thank you.